Здравствуйте, уважаемые подписчики. Помните, как мы все радовались, когда начались установки светильников, фонарей по... О, красавчик. Как раз по пешеходочке. Молодец. Началась установка фонарей за счет спонсорских средств по улице Комарова. Дополнительное освещение за пешеходной зоной. Сейчас я покажу, что произошло. Оголовки, вернее, сами фонари. Закрепить их на болтовые соединения и все, и прорыть траншеи под свет. Что произошло буквально вот недавно, на днях. Все эти оголовки, вот эти разметки, видите, вот здесь синие маркировки, где должны были стоять столбы. Вот они. Ямы зарыли, оголовки все вытащили. Вот, бетонные закладные, все, что заливали, просто разбомбили, раздолбили, бросили на дороге. Вон они лежат все по улице Комарова. И сейчас покажу, что дальше произошло. Привезли вот на перекрестке вот такие кучи песка, а также вот бетонные закладные. Здесь зарыли яму. И вуаля, они решили переделать на другую сторону. И вырыли буром новые ямы на другой стороне. То есть логика какая? Эти люди перепутали, с какой стороны будут стоять фонари, фонарные столбы. Вот отсюда видно. Вот новый. И вот на той стороне старый, зарытый. Также с бетоном. Вызывает также вопрос, что они будут делать с этими деревьями. Вот стоит береза. Вот. Здесь они забабахали вот этот фонарный столб. То есть они что, березы будут срезать? И с остальными деревьями также поступят. Потому что теперь шурфы у них идут по этой стороне вдоль. Правильно. Зеленки. Вот поликлиника. Вот очередная метка. Очередной столб. Ну и здесь он ничему не мешает. Но надо же еще кабель прорыть в земле, правильно? Который будет уходить туда. А вот здесь, где парковка поликлиники, они не смогли вытащить эту закладную из корневищ. Вот она до сих пор здесь и стоит. Хотя новую дырку уже перенесли на эту сторону. Вот тракторенок уже роет. Это он роет траншею под кабель. Как мы видим, с той стороны, где они собираются ставить фонари, находятся палисадники. Ну, худо-бедно, но они есть. Сейчас они, эти палисадники, все раскурочат. А что дальше видим? А дальше мы видим, что здесь фонари есть. Столбы-то есть. Вот фонарь. Вот они роют траншею. Рвут корневину все. И роют траншею. Ну, соответственно, дальше они пойдут в палисадник. Они его по-любому раскурочат. А вот что с этими столбами будет? Освещение здесь есть. Оголовки на них есть. То есть свет, она освещается ночью. Это пешеходная зона. Что, они будут выдергивать эти столбы? И вот, смотрите, да, вот. Как подтверждение, что палисадник людям, где они вот тут тюльпаны или там ирисы посадили. Вот здесь будет также фонарный столб стоять, значит, соответственно, траншея пойдет через этот палисадник, его раскурочит. И дальше вот как раз по всем палисадникам. А предыдущие дырки, так они и висят вот на той стороне, вот, зарытые. Просто решили перенести. Что с этими столбами будет, непонятно. Будут ли они их вытаскивать, я что-то сомневаюсь. Наверное, головки просто скинут и куда-то увезут в село. А вот эти бетонные столбы... Чем они им мешали? Рядом же новый столб фонарный. Освещение. Вот старый. Вот новый. На протяжении всей улицы Комарова столбы-то эти стоят. Вот они. Пусть они некрасивые, бетонные, обычные столбы. Вот это даже свежий столб. Зачем здесь надо было делать освещение? Мы этот вопрос подымали. Но наша архитектура уперлась. Вот оголовок, которые они еще не вытащили. Но траншею они уже вот здесь фигачат. В палисадник прям.
И вот же вот он оголок для, для того столба, который они хотят перенести. Чудо. Освещение есть, но надо еще освещение. Просто денег, что ли, некуда девать. Потому что, например, по улице Шевченко, там, например, в пешеходной зоне вообще нет освещения. Можно было туда перенести. Мы этот вопрос задавали архитектуру, но почему-то решили, что вот это чудесный вариант. Здесь надо больше. У нас, как всегда, там, где есть дороги, там делают капремонт. Там, где есть более-менее проездной двор с более-менее нормальным покрытием, там делают двор. А там, где все развалилось к чертям, там двор не делают. Как это работает? Ну, то есть, вот видите, столбы есть. Вот он столб. Вот он фонарь. Вот канава. Распахали весь палисадник. И вот здесь будут новые столбы. Бред. А вон уже укладывают кабель в траншею. Вон, катушка стоит. Кто подрядчик, интересно. Вон, Глофра красная. Вот мы в районе вокзала, улица Вокзальная и Комарова. Здесь такая же ямка. И вот, а здесь они оголовки оставили по этой стороне. Соответственно, вот эти все кусты, которые здесь росли с советских времен, они все выкорчуют и прокопают сюда здесь кабель-канал. На этой стороне они решили оставить. Вот, вот так будет идти. Как в старой поговорке, эти люди запрещают нам ковыряться в носу. Во-первых, давайте сделаем выводы. Эти люди, то есть подрядчики, администрации, отдел архитектуры, а на спонсорские бабки выбрали совершенно не то место, где нужно освещение. Ибо оно здесь есть. Мы тут живем и знаем прекрасно, что здесь все ночью светится. Б. Они перепутали сторону, на которую нужно ставить фонарные столбы. С. Героически это сейчас все переделывают. Потом за ними будут героически все это снова переделывать, потому что нужно там закрыть грунт. Они же все это так оставят. Вы сами знаете, будет вот перепахано все. Угробит палисадники, угробит деревья. Там, где свет уже был. Дебилизм.